Всем привет! В этом видео мы рассмотрим Леон костюмной группы. Подобрали для вас самые трендовые и актуальные расцветки и принты. Оставайтесь с нами! Первый принт называется «Черно-белая шахматка». Из этой ткани выйдет великолепный классический пиджак. Состав у рассматриваемых тканей 100% лен, ширина 145-150 см. Все ткани мнутся, так как здесь натуральный состав. Принт «Елочка» в сером и бежевом исполнении отлично смотрится не только в пальто, но и в современных безрукавных сарафанах, жилетах или жакетах. Это принт, ставший классикой. Сшейте пиджак оверсайз или сарафан на бретелях, наденьте под низ теплый гольф, и вы всегда будете выглядеть стильно. Принт «Гусиная лапка» часто можно увидеть в трикотажных изделиях, а также в костюмах и строгих юбках. В мятном цвете он выглядит очень необычно. Клетка, мелкий узор под названием пипита, также добавит вашему изделию уникальности. Яркие полосы придают оригинальный вид. Яркая мятная клетка идеальна для летних сарафанов. Но никто не запрещает носить этот сарафан и осенью. Наденьте наверх просто объемный, мягкий, теплый свитер. Цвет на видео, к сожалению, не передается. Смотрите корректный оттенок на сайте по ссылке под видео. Клетка, напоминающая известную Барбари, всегда актуальна. Из такой ткани получаются очень стильные и заметные костюмы. Костюмный лен – прекрасная ткань для ранней осени. В таком изделии не жарко, и ткань хорошо пропускает воздух. Еще хочу показать вам очень плотную фактурную ткань для формодержащих пиджаков. Здесь в составе 24% льна и 76% хлопка. Изнанка и лицо одинаково фактурные. Края рыхлые и осыпаются, с ней работать надо очень быстро. Из этой ткани также получаются прочные шоперы. Оттенки не совсем корректно передаются, это бежевый и светло-бежевый цвет. Ссылки под видео. В нашем ассортименте также много однотонных цветов костюмного льна. Это все Оршанский льнокомбинат. Ткани находятся в магазине на Машерова 10. Там же вы найдете и умягченный лен, плательный, декоративный, постельный. Приходите в гости, будем вам очень рады!